Дамы и господа, я рад вас всех приветствовать. И сегодня я хочу вам рассказать о коляске от немецкого бренда. Один из самых, кстати, надежных брендов в плане... Ну, сам бренд, понятно, надежный, хороший, все понятно. Но модельки, которые они делают, их коляски, они крайне надежные. Производитель дает на них гарантию 3 года. И каждые 6 месяцев вы можете приезжать в сервисный центр и делать там обслуживание, друзья. Это на самом деле дорогого стоит. Значит, бренд понимает, что его продукция надежна, чтобы давать такой большой срок гарантии. Поэтому мое почтение, уважение этому бренду. И как показывает статистика, действительно, бренд очень хорошо себя зарекомендовал годами. Очень-очень мало гарантийных обращений. И то больше по глупости клиентов, которые неправильно эксплуатируют коляски. И таких, к сожалению, очень много, друзья. А так, в целом, конечно, очень хороший бренд. Модель сегодня мы будем рассматривать с вами. Рокко называется. Это комплектация 2 в 1. Люлька с прогулкой будет с вами рассмотрена. Розовое, золото, черный. Rose Gold называется вот эта расцветочка. Такое бронзовое. Бронзовый цвет у рамы, такой очень насыщенный, глубокий. Я понимаю, не всем нравятся такие расцветки, но, как по мне, смотрится достаточно гармонично все это дело и даже стильненько. Но, опять же, расцветки есть разные, друзья. По ссылке внизу после обзора пройдете, там детальные характеристики и расцветки с ценой на эту коляску будут. Ну а базовые характеристики я назову вам сейчас. Вес у нас люлька с рамой 12,6 килограмм. И что очень круто, с прогулкой она весит всего 11,9 килограмм. Это такой хороший всесезонник, вседорожник. И весит всего 11,9 килограмм по итогу, когда мы в прогулку пересаживаем ребенка. Это очень крутой показатель. Такой внедорожничек с таким весом — это редкость. Наклон в прогулке у нас 120-165, это мы увидим. Производитель позиционирует, что с рождения до 4-5 лет можно катать ребеночка в ней, потому что 22 килограмма вся конструкция выдерживает. 57 сантиметров у нас колесная база. Очень достойный показатель. И размер люльки здесь, друзья, она реально здоровенная. 80 на 33. Это офигенный размер. Самого крупного богатыря можно упаковать. Вот. И давайте наконец-то с вами ее изучать. Сверху вниз начнем. Козыречек у нас по традиции с дополнительной секцией. Все. Вот так вот его расширили. Так, у нас здесь, по-моему, была еще сеточка. Сейчас я взгляну. Если мне память не изменяет, была сетка. Вот так открываем. И, собственно, можно это все открыть, чтобы дополнительно проветривать ребеночку летом, если будет жарко. И что очень здорово, козырек здесь регулируется очень простым способом. Мы просто физически толкаем и тянем его, и он регулируется. Как по мне, очень здорово. И это делает бесшумно. Поэтому с козырьком здесь все супер хорошо. По тканям, друзья, хорошая плотная ткань, приятная, тактильная, непродуваемая, держит достаточно долго влагу, потому что сейчас коляски 90% делают с пропиткой водоотталкивающей, поэтому какое-то время она подталкивает воду, но, естественно, козырек, дождевик никто не отменял, им желательно пользоваться, если вы попали под конкретный дождь. Также у нас для вентиляции, если вдруг ребеночек любит на животе лежать, есть вот такая вот дополнительная секция. Вот так открываем, проветриваем. И бывает, что действительно детки любят на животике лежать, и у него будет там какой-никакой, но обзор, друзья. Поэтому, как по мне, здорово придумали. Так, переносим мы здесь именно за так называемый бампер-ручку. Он убирается в стороночку. Вот она, бампер-ручка. И доступ к ребенку у нас появляется сразу. Что мне нравится, вот эта накидочка, достаточно высокий бортик. И открыли два замочка, вот так откинули. И у нас здесь открывается доступ к ребенку.
Я вам сейчас поближе всю внутреннюю часть покажу. Вот, собственно, как все здесь устроено внутри. Вот та самая у нас открывающаяся часть. Она очень большая, ребенку действительно будет нормально что-то видно. Вот, и вишенка на торте, друзья, ну, понятное, жесткое ровное дно, само собой. Но вот какие делает, к сожалению, они вот запечатаны, запаяны, я не могу его достать, это новая коляска. Но матрасики, которые Мун кладет свои модели, в большинство из них, просто топовые. Не в топовых брендах, как Бугабу, Сайбексы, там, Джулсы. У них, конечно, хорошие матрасики, но вот здесь у Муна матрасы самые лучшие. Они супер крутой ткани выполнены, очень толстенькие, мягенькие, очень приятные. Поэтому другим брендам, мне кажется, стоит поучиться делать вот такие же матрасики. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. Собственно, мы с вами разобрались, как это все у нас внутри устроено. Давайте теперь снимем люлечку. Так. Вот так снимаем и смотрим, есть ли тут ножки. Здесь у нас есть 4 ножки плюс сама конструкция. И у нас получается, что мы можем ставить на землю, не боясь повредить ее, потому что очень высоко расположена от земли. За это, конечно, молодцы. Ставим прогулочный блок. Кстати, хочу сразу обратить ваше внимание, прогулочный блок вот такой он в сложенном виде, компактненький. Пока вы в люльке ездите, он у вас особо места нигде не занимает. Так, ставим ее по ходу движения. Естественно, она у нас ставится и по ходу движения, и против хода движения. Сам прогулочный блок я имею в виду. Сразу к козырьку. Здесь также вот эта секция закрывается на замочке и открывается, соответственно. Есть у нас смотровое окошечко. Ткани, я уже говорил, у них прикольные, классные ткани. И давайте теперь посмотрим. 120-165, по-моему, градусов я говорил. Да, 165 градусов. Вот сейчас 120. Это вполне себе прикольный угол, потому что почти капитанская посадка. Ребенок сильно назад не завален. Супер здорово. И вот мы легли, и вы всегда просите поднять козырек в лежачем положении, чтобы увидеть, насколько он хорошо закрывает. Вот, пожалуйста, наблюдайте. В принципе, для такого рода конструкции у них, если козырек хотя бы с 3 секций, всегда это приблизительно вот таким образом, чуть больше, чем наполовину. Ну, а там накидочку на ножки докупили, вот, и все будет окей, ребенку будет нормально. Так, что касается безопасности, очень толстенные накладки на паховую зону и на плечевую зону, пятиточные ремни, все окей. Также у нас есть перемычка, что сейчас достаточно большая редкость. Реально очень прикольно, что их сейчас еще кто-то делает, но их на самом деле почти все уже перестали делать. Почему-то. Так, бампер у нас откидывается тоже в стороночку. Можно, собственно, спокойно сажать ребеночка. Все с этим хорошо. Подножка регулируемая, ступенька для ребенка. Классика, друзья. Все как надо, здесь все сделано хорошо. Так, ручка у нас регулируется по наклону. Собственно, вот весь диапазон, обшито все эко-кожей. Достаточно такой твердой, кондовенькой. Она не такая дорогая на ощупь, но зато они очень-очень долго ходят, вот такие вот материалы. Такая, как кожа, как показывает практика. Когда она мягкая, вы кайфуете, ее держите, но она очень быстро приходит в негодность. Так, кстати, спинку не показал, как регулируется. Здесь у нас сзади кармашек на спинке и регулируется с помощью вот этого рычажка. Просто оттягиваем и куда надо поворачиваем. Так, давайте сразу пробежимся по основанию, потому что здесь действительно очень хорошее шасси, очень хорошая сборка. У Муна всегда хорошая сборка, друзья. Это относится к любой коляске этого бренда. Даже самая бюджетная будет хорошо собрана. Вообще не придраться к качеству этого бренда. Здесь у нас колеса надувные, естественно, блокируются, амортизация, плюс надувные колеса. Сзади тоже у нас хорошая амортизация, и опять же, плюс надувные колеса. Надувные колеса, друзья, это мягкий, тихий, приятный ход. Вот в этом плане надувные колеса еще никто не переплюнул.
Есть, конечно, у некоторых брендов там по 4 амортизатора сзади, плюс они регулируются по жесткости, но это нужно городить целую кучу, чтобы добиться похожей плавности хода, как с надувными колесами. Поэтому надувные колеса, ребята, это классно. Есть, конечно, какой-то маленький, малюсенький шанс, что вы его проколите. Ну, любой веломагазин, шиномонтаж вам все это дело приклеит обратно. Тормоз обычный. Снизу толкаем, открываем. Сверху нажимаем, ставим на тормоз. Классика. Хотелось бы, конечно, все делать подошвой. Так, друзья, багажник. Багажник тут прям отличный, с толстенных материалов. Я просто знаю, эти багажники, они реально выдерживают очень большой вес, хотя заявлено не так много, по-моему, 3 или 4 килограмма буквально. Но это прочнейшие багажники с большим потенциалом. Он также, видите, закрывается. Здесь у нас так, дощечка или пластина вшита, не знаю, что там внутри. Так открываем, увеличиваем пространство. Плюс у коляски очень высокий клиренс, она на бордюры, там по ребрике заезжаете, не цепляется, этим все окей. Поэтому в эксплуатации она от нее кайфуешь, от этой коляски. Она действительно дает нам только положительные эмоции. Так, а сейчас, друзья, давайте мы сейчас ее с вами сложим. Я, если честно, давненько ее не складывал, даже не помню, как это сейчас у нас делается. Так что будем это делать вместе сейчас. Так, собственно, судя по конструкции, здесь не совсем обычная конструкция. И, соответственно, складывается она... Ну, не как обычно это происходит. Поэтому что нам здесь нужно? Нам нужно вот эту всю конструкцию вот так вот поднимаем. По-моему, даже ее сюда на себя тянем. Потом здесь нажимаем кнопку и опускаем вниз. И дальше здесь ручка, за которой мы перехватываем все это дело. Такая замудренная очень технология, но, как мы видим, очень эффективно, удобная ручка, вы не ремешочек какой-то несчастный держите, а за прочную конструкцию. Все это достаточно компактно, по сути, в любой багажник влезет, если у вас не кабриолет какой-нибудь. Вот, так что молодцы, багажник, все должно помещаться, все компактно, все хорошо. Чтобы разложить, здесь фиксатор с обратной стороны. Разжимаем его. Вот так вот все, друзья, это работает. Собственно, всю информацию, которую хотел донести, друзья, я вам все рассказал. Добавить мне уже нечего. Я вам уже сказал, как я думаю об этом бренде, что я о нем думаю. Мне очень нравится этот бренд, я его уважаю, потому что хороший средний класс, который очень крепкий, надежный, достаточно симпатичный. Вот, стоит абсолютно адекватных денег, по ссылке пройдете снизу. Хорошая гарантия, хороший сервис, не стыдная, хорошая вещь. Поэтому обязательно рекомендую изучить вообще все коляски этого бренда. Действительно, есть из чего выбрать. И Рокко, естественно, тоже достаточно интересная. Еще и так хорошо складывается, друзья. Собственно, и все. Вопросы есть, комментарии открыты, пишите. Вам хорошего выбора. Удачи, всем пока.